І я можу сказати, що ще ми, жінки, дуже любимо бути гарними, красивими, стильними. І у цьому нам часто допомагають чарівниці. Одна з таких, найкраща, мабуть, чарівниця у світі, це Анастасія Медведєва, візажист, тату-майстер. Ми тебе вітаємо, Настенька. Здравствуйте. Доброго ранку. Доброе утро. На самом деле, то, что я хочу сказать, к 8 марта, вообще в преддверии этого праздника, девушки все очень переживают, все хотят выглядеть на пике своего совершенства. На миллион. И в этом, в принципе, наша индустрия им помогает, потому что девушки раскрываются по-другому. И вообще самоощущение девушки, как она себя несет, очень часто зависит именно от внешнего вида. Потому что, поэтому мужчины, очень хороший подарок, поход в салон с утра 8 марта. О! Ваша девушка будет счастлива. Як ідея, лайфхак, подарувати салон дівчині, похід у салон. До речі, це дуже дорого зараз коштує, тому, я думаю, оцінять. Така ти цікава, каже, подарувати дівчині салон. Да, пацани, вообще на ізі, даруйте просто дівчатам салони свої, і все, буде хорошо. Правда, Настя? Знаєте, це на самом деле очень хороший спосіб, ну, девушку на весь год обрадовать и точно вывести в шикарное состояние и настроение. Чтобы больше уже рік ничего не просила. Так, а что это в тебе там лежит? Смотрите, я принесла свои работы. Это те работы, что девчата до 8 березня бьют себе статухи, так? Ну, не совсем. А мальчикам тоже понравится. Пацаны, на 8 березня бьем татухи, все разом. Да, смотрите. В принципе, в тату-индустрии есть очень интересная штука, как разработка эскиза на заказ. То есть, если вы хотите индивидуальную идею, неповторимую, ту идею, которая, в принципе, в априори может быть одна единственная на вашем теле, то есть вы не повторяете с картинки, которую вы где-то нашли, вы именно уникальны. Да. Ну, смысл тату быть уникальным. Вы заказываете такую вещь у тату-мастера, и вот у каждого свой подход. Вы выбираете человека, который вам откликнулся, который действительно вам нравится, который вас чувствует, грубо говоря, или понимает вашу идею. Вот мы помогаем людям себя проявить в рисунках. Я принесла несколько стилистик, как вы просили, разные жанры, те, которые можно воплотить. Это мои работы, это мои уникальные работы. Тобто, ми скажемо, такої татуші ні у кого немає. Це індивідуальний малюнок, який ти, власне, сама вигадала, так, створила. Просто. Так, коротше, дивіться, у нас понеділок 8 березня, тому Катя з Настю зараз буду спілкуватися, а я вам просто зараз оператори скадрували, подивіться, ось це намальовано з нуля, і такого ні у кого нема. Тут, бачите, тут кіт гризе гадюку. Ого! І квіти. Настенька, от що означає? Що ти закладала, от, наприклад, от в цей малюнок? Смотрите, смысл это тоже очень важная часть тату-индустрии, потому что очень многие вкладывают свой собственный смысл в любой рисунок. Вы когда делаете какие-то вещи, то есть вы на что-то смотрите, оно отзывается какой-то эмоцией. Естественно, когда тату-мастер рисует рисунок для себя, то это моя эмоция. То есть то, что я показываю, там, я рисовала в каком-то настроении, там, радость, уныние, еще что-то, я вкладывала и смысл, в принципе, больше эмоциональный. А, естественно, есть культуры и есть исторические факты, которые вкладывают смысл. Скажи, пес, а зверху, просто шик. А зверху ладонь. Долоня, я вам больше скажу. Это сейчас очень популярная стилистика, называется акварель. Когда у вас в работе есть цветовая гамма, но цветовая гамма откликается очень мягко. То есть это не реализм цветной, и это не сложный рисунок. То есть чаще всего он очень простой, но очень элегантный. Вообще акварель очень подходит девушкам. Она нежная, она утонченная. То есть маленькие рисунки акварели, сейчас минимализм вообще в принципе в моде, они отражаются очень красиво, гармонично, и это цветы, это какие-то виды. Даже ту же змею в акварели можно нарисовать так, что девушка будет выглядеть утонченно. Сейчас тема змеи, кстати, очень популярная, поэтому не рисовать картинки те, которые у нас в Pinterest предоставлены или на все соцплощадки. От зараз Макс щойно показав. Ні, це просто я в захваті від кольорових, тому що в мене татуха є, але вона суцільно чорна. Так ми можемо тебе таку ж чорну зробити, це не проблема. І тут немови поєднання, так, чотири черепи і там метелик, так? Да, да. Смотрите. Ні, ну метелика хлопцям бити це таке. Мені здається, мувітон трошки. Але якщо на черепах, то я думаю, що можна. Ну, давай так, здесь зображено необычная бабочка, это вид ночной бабочки, которая считается во многих культурах. Так,
Ти секундочку, пацанам бити нічних бабочок це мовітон. А тут детальніше розкажи. Вот, в принципі, про смисл вернусь немножечко обратно. Есть татуировки, которые, ну, мувитон бить, как говорят. Почему? Потому что есть общепринятые регламенты, которые, там, как есть у нас популярная тема «Роза на руках – это погибшим родителям», хотя у нас в 21 веке каждый второй ходит с розой. Поэтому, в принципе, сейчас пытаются уходить от смысловой нагрузки и больше говорить, что вот мне это понравилось, это творчество, я так выражаюсь. А у кого-то это просто что-то свое, что отзывается. Да. Вот и все. Так, где-то... слухай, а расскажи мне, будь ласка, какие-то татуировки ты відмовляєшся бити. Чи є в тебе взагалі таке? Да. Там есть. В первую очередь это то, что не касается моего стилистического направления. Угу. То есть, если я мастер одного жанра, я работаю именно в этом жанре. Почему? Если я возьмусь там бить тяжёлый реализм, угу. Да, я красиво рисую, возможно, акварелью, маслом. Угу. У меня есть работы какие-то, ну, я вообще творческий человек. Но если я начну это всё делать на коже, у меня не получится так хорошо, как у человека, который профессионально занимается mm-hmm. именно этим жанром. Поэтому это первое. Второе – это идея, которая мне не откликается. Я легко могу сказать, что нет, потому что либо рисунок сильно вульгарный, mm-hmm. либо есть какие-то... А если на каком-то пикантном месте, например, нет. попросить? На лобби. Нет, нет. Я отказываюсь сразу, моментально, потому что, в принципе, есть много других хороших частей тела, на которых можно изобразить очень красиво. Достойных малюнков. Да. Классно. Плюс анатомическое расположение татуировки. Это тоже очень важно. Если клиент отказывается от моих поправок и коррективов, что татуировка сядет некрасиво, она будет искажаться, либо же, грубо говоря, у нас каждая мышца, крепление мышцы, да. имеет угу. свои осевые повороты. И когда мы начинаем садить на крепление татуировку, она некрасивая, она может быть шикарная по рисунку. Угу. Она может быть необыкновенная. Но когда человек двигает конечностью, например, рука, и у нее ага. есть какая-то зона, она начинает одна часть рисунка уезжать в одну сторону, другая в другую. Угу. Это тоже очень плохо. В этом случае я тоже стараюсь отказываться, потому что ну, это моя реклама, это моя работа, поэтому... Ну так, треба відповідати за якість. Да, так. Да, да. Слухай, тут у нас питання від нашої режисерської групи. Як ти ставишся до стилю домашнє татуювання? І, до речі, давайте пояснимо, що це такий за стиль, тому що я особисто не знаю. Смотрите, домашні татуїровки, це вважається зараз теж, це як мінімалізм йде, це не якісь складні рисунки, це ні в коєму разі не реалізм складний. Домашні татуїровки не бувають дуже маленькі. У нас зараз дівчатки люблять, коли воно дуже вот мініатюрне, акуратненьке зроблено, але... Она должна быть немножко небрежная сама по себе. То есть то, что вкладывает ага. смысл, почему она и называется домашняя татуировка, потому что, ну, грубо говоря, фрихенд, как будто ты сам себе смог такое сделать. Ага, такая, будто взяв маркер, и взяв намалював, собі намалював, да? Да, потім ножем вирізав трошки і хай заживає. Ну, в принципі, так. Плюс это еще работы, которые могут быть, как вам сказать, более аккуратно маленько, но они сидят в таких частях угу. тела, там, где человек, вот там, грубо говоря, запястье, да, еще что-то, да. их тоже отправляют к домашним татуировкам именно в это определение, потому что они такие, ну, как будто сам. Угу. Вот и все. Короче, візьму собі маркер сьогодні після ефіру і буду малювати. І все, буду домашнім, зататуйованим домашніми татуюваннями. Зататуйованим, яке гарне слово. Ти смієшся, але на самом деле сейчас очень многие примеряют изначально татуировку хной. У меня был первый запрос, когда я только начинала этим заниматься, то, что девочка хочет татуировку, но она боится того, что она надоест. То есть, например, масштабный рисунок какой-то, либо, ну, вообще, в принципе, человек не уверен, хочет ли он это. И она пришла с таким вопросом, как можно сделать что-то временное. У нас как раз хна была на пике популярности, это 3 года назад, если я не ошибаюсь. Да, я ей предложила, чтобы мы нарисовали не стандартные мехенди, для чего это, в принципе, предназначено,
а сделали тот рисунок, который ей нравится, и она походила неделю-две, пока он смоется. В результате человек потом довольный вернулся и сделал такую татуировку, потому что сказал, да, я почувствовала, мне нравится, мне не надоест. Слухайте, як варіант, так? Тому що, ну, дійсно, зробити татуювання, це дійсно такий, ну, дуже крок на все життя. Тобто, так, як в одному фільмі сказали, це як народити дитину. Це вже не змиється, це вже потрібно нести за це відповідальність. Тому, якщо ми вже дійсно зважились на це, можна зробити от тимчасово, от як Настя запропонувала Хною, так, походити, подивитися, чи вам личить, чи взагалі ви комфортно внутрішньо, так, внутрішній стан, комфортно почувати себе з цим малюнком. Это да, это очень важно, потому что тебе потом носить это всю жизнь, и все равно нужна ответственность. Я отказываю еще девочкам, которые до 18, естественно, без разрешения, даже если есть это разрешение от родителей, то, ну, все равно она еще не совсем понимает, чем она будет заниматься в жизни, как она состоится как личность. То есть все-таки лучше человека отговорить либо на попозже, чтобы она походила, подумала, предложить столько вариантов, чтобы, скажем так, и не отказать, не обидеть, но и при этом заставить человека задуматься. То есть когда ты предлагаешь работу лучше, он смотрит на нее такой, вау, я, наверное, все-таки то, что выбрал, погорячился, надо еще походить, вдруг есть еще лучше. И вот таким образом ты, естественно, отсеиваешь. Даже по себе скажу, я когда начинала бить себе татуировки, у меня родители достаточно консервативно к этому изначально относились, потому что я думала, меня из дома выгонят. Вот, но как-то так получилось, то, что... каждая татуировка, во-первых, она не надоела, во-вторых, я знаю всегда, что у меня есть шанс изменить, потому что у нас, опять же, 21 век, век технологий, у нас есть возможности это интерпретировать, это сделать лучше. Даже то, что, как говорят, на века, я там хочу сейчас надпись переделать, хочу там больше розу разрастить. Ну, я бачу, это в самой идее, да? Да, да, да. Я очень хочу закончить это уже до конца, все-таки я реклама своей работы, значит, должна носить ее на себе, скажем так. Вот, и вот скажу, что нравится подход, когда человек все-таки вкладывает смысл. Вот я вкладывала, поэтому мне не надоест. Слухай, а от є люди, от просто він у когось побачив таку, каже, я хочу таку саму. От як по трафарету? Много. Очень много таких людей. Я вам скажу больше. Очень много мастеров, которые вообще в априори не работают как художник. И для меня это первое время было шоком, потому что начинала и пришла я в индустрию с того, что я просто рисовала, видели мои рисунки, и я находилась постоянно в творческих кругах общения, потому что первое образование гример, да. А, малюнки от оці? Да. А ну, да. Давай. До речі. Так, друзі, ви продовжуєте, у вас сьогодні чисто жіночий ефір, а я просто покажу, що Настя малює. Тату-майстер, ти малюєш, картини пишеш. Тобто, наскільки це, взагалі, ти навчалася професійно цьому? Изначально, как я смеялась рисовать, меня никто не учил. У меня как-то так получилось, все попытки моих родителей отдать меня в художественную школу заканчивались тем, что я фыркала и говорила, я такое рисовать не буду. Они меня заставляют рисовать то, что мне не нравится. В результате вот как-то пошагово-пошагово школа, какие-то факультативные кружки, еще что-то. И я начала понимать, что без этого вот в принципе я свою жизнь не вижу. То есть мне это интересно, я там на одежде пыталась рисовать, еще на чем-то. Я пыталась перенести рисунок везде, где видела. И вот где-то там к подростковому возрасту я поняла, что это можно сочетать. Так как у меня родители не очень поощряли первично идею вообще этим всем заниматься, я пошла в визаж. Вообще это очень близко, это очень грим, прически, это тоже творчески. Это та сама творчість, той самий малюнок, коли ти ще й робиш людину гарнішою, так? Розкриваєш її риси найкраще. Емоціональне состояние. Емоційний стан, так. Очень круто, когда ты наслаждаешься своей работой, видя девушку, вот ты с ней работаешь, и когда ей реально нравится, она себя начинает чувствовать по-другому. Да. Это очень крутое ощущение, когда она сидит, и ты видишь, она выпрямляет саму осанку. Да. У нее сразу она поправляется, она расцветает, то есть, и она уже уходит в состоянии вот этой вот богини. Это круто, ты даришь человеку что-то приятное и позитивное, в принципе, как та же татуировка, к чему я веду. Вот. Но 6 лет прозанимавшись именно в этой индустрии, грим, я не смогла, когда пришла к татуировкам снова, я не смогла его забросить, потому что это тоже уже мое детище, потому что 6 лет я этим занимаюсь, и я чисто физически просто вот эту любовь не могу никуда деть, скажем так. Так.
однаково ти любиш і створювати мейки, і тату малювати, да. так? І ще й писати картини. Да. Та ще й робити людей щасливими. Да. Так, Настя, давай, коротше, фіналочку. Людина, яка дуже хоче зробити татуху, проте вона ще її не зробила. Що ти порадиш як майстер? Наверное, все-таки найти в первую очередь мастера, который откликается психоэмоционально, рисунки нравятся. Второе – это найдите идею, найдите именно то, что вам нравится в картинке, в рисунке. Хотя бы придите, мастер должен понимать, с чем он работает. Недостаточно просто сказать, вот хочу что-то вот такое. Поэтому найдите ідею, знайдіть чоловіка, знайдіть чоловіка, який воплотить цю ідею. І все. Отак от. Так, друзі, ну що, ті, хто хочуть зробити татуювання і ще не зробив, дивимося наш сьогоднішній ефір з Настею Медведєвою. Ми для вас старалися, знімали класні відео, круті інтерв'ю. Я сподіваюся, ви знайшли там багато цікавого і корисного для себе. Зробіть і нам, будь ласка, приємне. Підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут» і буде вам щастя. І не просто приємно, а приємно-приємно, якщо ви ще й увімкнете дзвіночок. We'll be right back.